что это за животное? Приезжайте и сами посмотрите. Ой, пропал! А это что? Всего лишь игрушка. Мама, нужно ехать на фабрику Playtime и разобраться, что тут вообще происходит. Я не хочу ввязаться снова в какую-то переделку. Но мы уже ввязались. Сначала кассета, потом письмо, а теперь и Хаги. Ты хочешь, чтобы он тут бродил ночами? Не хочу я, чтобы тут бродил кто-то. Тогда поехали на фабрику. Уверен, там мы найдем все разгадки. И это все прекратится. И заодно снимем небольшой влог. Это может быть ловушка. А может, кому-то нужна помощь. Без поездки на фабрику мы ничего не поймем. Ладно, поехали. Но только быстренько туда и назад. Уверен, что это то место? В письме был этот адрес. Но тут все давно заброшено. Ну, я так и говорил. Сейчас снимем небольшой влог и поедем домой. Привет, друзья! Сегодня мы на заброшенной фабрике Playtime Co. Посмотрим, что тут есть интересного. Я вообще не уверена, что это фабрика игрушек. Просто какая-то старая заброшка. Отсюда не очень понятно. Давай зайдем вовнутрь. Может, найдем какие-то подсказки. Смотри, это вывеска Playtime Co. Значит, вы все-таки в правильном месте. Значит, это место нужно заснять. Ребята, смотрите, что мы нашли. Это старая вывеска Playtime Co. Значит, мы действительно на фабрике игрушек. Пошли дальше.
такой здоровенный. Сомнений не осталось, мы точно на фабрике Playtime Co. Аж страшно немного. Смотри, это старый плакат. Хагги говорит, запомни, делай перерывы. Перерывы больше 10 минут не принимаются. Это очень интересное место. Опа, а это что? А это что? Какая-то табличка. Написано Хагги Ваги 1984. Playtime Co. разработала сотни разных игрушек, но ни одна из них не связана с людьми больше, чем игрушка Хагги Ваги. Наш основатель Эллиот Людвиг стремился создать игрушку, которая могла бы обнимать вас вечно. Как всегда, четырехшаговый процесс Playtime для создания самых реалистичных игрушек увенчался успехом. С помощью веревки и полиэстера наш милый синий приятель Хагги Ваги ожил. На этой фабрике, получается, его оживили? Хагги Ваги стала самой продаваемой и самой популярной игрушкой компании Playtime Co.